Если ты идешь на праздник в центр города, помни, чувствовать себя безопасно помогут простые правила. Пройти досмотр, показать вещи, быть трезвым, не брать с собой запрещенку. Девушкам стоит лишний раз проверить сумочки и выложить маникюрные ножницы, пилочки и пинцеты. Оставьте дома своих питомцев и двухколесных друзей. Напитки с собой можно, но не более пол-литра и не в стекле и жестяных банках. Проходя через пункты пропуска, разрешите сотрудникам внутренних дел спокойно провести досмотр. И будьте уверены, их ответственность – ваша безопасность.